Я хочу снова пригласить на сцену нашего прекрасного Арсена Богдасарова со своим волшебным скрипкой. Песня, которую мы споем. Мы уже приближаемся к завершению, поэтому мы выдыхаем, расслабляемся, убираем усвачивать платочек. Уже начали второе отделение. Ну, мне обычно говорят, к тебе на концерт вообще краситься бесполезно. Все равно будешь плакать. Или запасаться платками надо. Кто-то говорит, слушай, когда у тебя концерт? Что-то поплакать охота. Ну, я знаю за собой это. Поэтому пользуйтесь, пока я есть у вас. Следующая песня называется «Не грусти». Иногда так бывает, что нужно проститься с тем, что стало для сердца родным. Ты крыла раскрываешь, как сильная птица, и летишь к небесам голубым. Позади остаются былые заботы, неизведанные. Кончается что-то, что-то новое вскоре придет. Не грусти, ведь за одним порогом ждет огромный небосвод голубой. Сохраняя мечту, просто помни о том, что ты сильная птица.